Ну что, друзья, приветствую вас на канале. Как видите, пересел я на Ладу Гранту и даже буду на ней таксовать в Гатчине по тарифу, естественно, эконом. В Питере она, к сожалению, в эконом даже не проходит, только доставку покатать. А вот в Гатчине и в области уже можно попробовать эконом выкатать и посмотреть, сколько получится заработать. Ну и время уже 12:20, поэтому хватит болтать, надо запускаться на линии. Тем более, кстати, в Гатчине реально горят коэффициенты. Ну и посмотрим, как будет много отказов на Гранту и вообще будут ли заказы. Все увидим. Так что присаживайтесь поудобнее. В общем, погнали. Так, ну давайте еще пробежимся быстренько по комплектации, что здесь, в принципе, мы имеем. Имеем мы целых два стеклоподъемника, обычненьких, не авто. Имеем мы электроусилитель руля. Ну и, в принципе, все, больше здесь ничего нету. Даже подлокотника нема, даже подлокотника. И магнитола, естественно, тоже нет, и кондиционера, естественно, нет. Потому что машина-то больше заточена, естественно, под доставку. То есть это самая такая минимальная комплектация, самая простая машина. Ну и все-таки это Гранта. Поэтому что тут еще хотеть? Так, ну в общем, выставляем тариф эконом. Да, он доступен. Детский недоступен. То, что кресла у меня нету. Экспресс доступен, курьер. Но это пока не буду актировать. На следующий день еще покатаю. Так, ну выходим на линию. Коэффициенты горят. Проверить свою личность, естественно. Да поработать ты мне не дашь. Вот так вот красиво с камерой. Будешь знать, что я тебя снимаю. Так, ну сейчас личность пройдется, ну и в общем, наконец-то выйду на линию и начнем заказ ловить. Подача, конечно, конская. Это я не знаю, даже, блин, наверное, пропущу, потому что у нас слишком подача конская. И Гранта ждать точно никто не будет еще. А так, кстати, приоритет у меня 13, в принципе, более-менее, наверное, для Гатчины. Рейтинг, код выпуска автомобиля, кстати, только плюс 7, то есть автомобиль новенький, естественно. Ну, эксперт, никаких золот, платин, ничего нету. Да что, прикалываетесь, что ли, что у вас там? Все с вокзала едут. Блин. Давай еще пропущу. Ну, следующую напрямую, наверное, того же. Может, все с вокзала летит. Ой, 2.40. 2.47 эконом гатчинский. Охрененно. 2.47 эконом и приедет Гранта. На механике, без кондея, без магнитола. Лепота. Здравствуйте. Пушкинское шоссе, да? Ребята, где я начинал работать, там я и продолжаю, но, в общем, приехал на ту, можно сказать, точку только что с другой стороны дороги. Ну и, в общем, 6 минут, 185 рубликов. Здравствуйте. Здравствуйте. Там Радищева, да? Да. Так, ну, как поняли, я с линии не успел выйти, поэтому сразу цепочку заказ получил. Вот, и, в общем, уже выполнил. И 7 минут, был коэффициент 2,2, что-то такое, 217 рублей. В целом с коэффициентом хорошо, без коэффициента было бы, конечно, грустненько. Рублей 100, наверное, выходило, то и меньше. Ну и да, ребят, еще, кстати говоря, работаю только по безналичной оплате, то есть наличку я через свой парк просто отключил, и заказы будут только по карте. И это, кстати, классно, когда особенно катаешь эконом на Гранте, я думаю, это очень хорошо. Ну и если кто не в курсе, если вы работаете в Гатчине, то через мой парк комиссия парка будет составлять всего лишь рубль заказа. Ребята, рубль с любого, причем заказа, это фиксированная комиссия. Ну а если приедешь в Питер, то будет 5 рублей заказа. Заказы тоже с любого, но в Питере, сам знаешь, ценники намного выше, можно и за косарик какой-нибудь заказик получить, и 5 рублей заказа с косарика — это вообще ни о чем. Да даже с 500 рублей 5 рублей заказа тоже ни о чем, это как 1%. Поэтому, если хочешь такую крутую, выгодную комиссию, обязательно подключайся в мой парк, здесь все ссылочки в описании будут закреплены, в комментарии, также здесь дублируется на экране, обязательно подключайся. И чуть позже я тебе покажу, как выводить можно свои денежки с баланса себе на карту. Это делается очень просто, прямо с таксометра, то есть в котором ты работаешь. Ну и обязательно уточни, какая же будет комиссия по твоему городу, она реально тебя приятно удивит. Кстати, насчет комиссии сразу скажу то, что ее нельзя, вот как я, поменять, взять и все, и чтобы у вас было меньше. Если вы изначально работаете в Гатчине, то в Гатчине у вас и будет такая комиссия, но если вы будете приезжать в Питер, то, конечно же, она станет питерской, и на Гатчину уже обратно не изменится. Сразу предупреждаю, чтобы потом негатива не было. То есть, если вы постоянно работаете в Гатчине, то, конечно же, можно будет выставить рубль заказа, но если вы то Гатчина, то Питер, то будет 5 рублей заказа. И, ребята, смех и грех. Пока записывал рекламу, коэффициенты пропали. Я же вышел из линии, и, естественно, все пропало, все потерялось. Гатчина больше не полыхает в коэффициентах, зато Питер полыхает. Но Питере Гранта не проходит в эконом. Зато есть бонусы от Яндекса и цели. Типа цель на сегодня плюс 200 целых рублей за 8 заказов. Охренеть. Вот такие вот цели в Гатчине. Что-то какие-то цели жиденькие, не очень классненькие.
А, это да, мне дали еще цель типа по Питеру, но, блин, в Питере не работа. Так бы 7300 заработал за 67 заказов. Не вовремя грант взял, вот не вовремя. Реально, 67 заказов сделать за 3 дня по Питеру, ну реально, даже за, там, может быть, и меньше. А, и мог бы заработать 7300. Обидненько, досадненько. Ну ладненько, что делать. Я сейчас не понял, коэффициенты не горят, может они отключились у меня случайно, но 2.06. Видимо, кнопка отключила коэффициенты, что ли? Походу да, походу да. Филиппова, да? Да. Ветклиника, Витику. А. Спасибо да? Огромное. Да нет, что. До свидания. Вам тоже. Так, конечно, коэффициент был 2-0 или что-то такое, ну и ехали мы 3 минуты, ну и получили 137 рублей. Если бы не было коэффициента, на рублей бы 70 максимум бы вышло бы. Все равно есть какой-то кэф, но 1.12 это вообще жестко. Сейчас посмотрим, сколько заработаем. 60? 70? Может быть 80? Сейчас увидим. Здравствуйте. Вокзал, да? Ну что ж, 5 минут, а не, уже 6 минут, завершаем мой заказ, 94 рубля. Так, на скорость переключить. В общем, да, он хотя бы был маленький, но коэффициентик. А попробовать, может, удовольствие прокатить. Дальнюю поездку он не писал, просто написал платная подача. Почему бы нет, все-таки это интереснее, чем за 100 рублей катать, правильно же, правильно? Все равно коэффициентов нету. Пока вот будет коэффициент, тогда и покатаем. Так, ручник. А то никуда не уеду. Ну, надеюсь, не отменят. Поехали. Лада седан, баклажан. Лада седан, баклажан. Здрасте. Здрасте. В общем, какая-то железнодорожная станция, ну и в общем 8 минут и 318 рублей. Неплохо, но правда ожидание, какое ожидание, у меня же платная подача была минут 15, поэтому, конечно, платная подача уже не так шикарно, но все равно нормально, все равно приятнее, чем за 100 рублей катать. Так, 1.74, посмотрим, конечно, что из этого выйдет. Ну выйдет точно, я знаю одно, то что после этого заказа пойду я поем, коэффициентов особо еще нету. Я уже сжарился в этой машине, надо передохнуть. Хотя работаю все 2 часа, но что-то я уже задолбался, если честно. Тупо надо из-за жары. Ну и механика еще. Здравствуйте. Администрация, да? Да. Так, поездка с ожиданием. С ожиданием. 4 минуты. И это был коэффициент 1.7. Ожидание. Целых 9 рублей. Ну да. Короче, как-то так. Ну и все, можно наконец-таки устроить себе обед в Гатчине, в KFC. Поедем мы сейчас. Так, ну все, в общем, покушал, нам уже запускать основание начинать работать, время-то 3 часа, а я еще только косарик накатал, сделал эти 8 заказов, но это уже чистым, естественно, косарик, поэтому, можно сказать, аренду отбил. Ну да, если кто не в курсе, машину взял, как обычно, в петербургском транзите, вот такая Лада Гранта на неделю по акции дается за 990 рублей, после недели уже будет 1200 рублей, и можно катать уже эконом даже в области, и также доставку, естественно, в городе, ну хотя доставку ты можешь где угодно катать, но не дальше Ленобласти, опять же. А так, если вдруг вас интересует тариф комфорт или комфорт плюс, ну или же эконом по Питеру, то также у них очень много машин, особенно под комфорт завезли новых китайцев, прямо в целлофане даже есть новенькие китайцы Cherry Tiggo 4 и 4 Pro, поэтому обязательно обращайся, со ссылочки как обычно в описании и закрепленным комментарием. И пока я кушал, коэффициенты пропали, или же есть, непонятно, блин, что-то то есть, то нет, давайте проверим, на линию выйдем. Но, честно говоря, зеленку катать не хочется по 70 рублей. Это, конечно, будет совсем дичь.
У вас с кайфом бы поинтереснее было бы. Хы! Хы! Не, спасибо, без меня, ребята. 1.11 такая подача. Интересно, куда бы я поехал бы с такой подачей? Рощинская, ну да, так себе. Ладно, посмотрим дальше. Ребята, вы издеваетесь. 4-6 километров по зеленке, какой-то поселок ехать забирать. Бесплатные подачи. Это что-то дичь какая-то, мне кажется. Сейчас гача не началась. 1.33, ну ладно, поехали, пофиг. Здравствуйте. По адресу вас, да? Итак, две точки мы проехали и приехали, и получается 12 минут 200 ровно рублей. И, ребят, знаете, от чего я сейчас именно сейчас кайфую? От того, что я нашел тенечек и наконец-таки я охлаждаюсь. Батя нормально? И, кстати, сделаю я еще один заказик и получу целых 200 рублей бонуса, может, как еще один заказ жирный. Так, следующий. Ну, кайф, конечно, небольшой. Надеюсь, хотя подальше поедем, а значит, больше заплатят. Очень надо надеюсь. А то каратурки катать не совсем прикольно. Ну, даже будет с кайфом каратурки бы по 120 рублей. Ни о чем. Ни о чем. В какую-то деревню поедем, прикиньте. Ребята, в деревню поедем. Деревня, блин, деревня. Здравствуйте. Здравствуйте. Деревня у вас, да? Ага. Маловерево или как там? Ну, у меня на картах, по крайней мере, деревня. Читаю, как пишут. Так, приехал в какую-то деревню. Хотя, по факту, и не скажу, что деревня даже никак гачение. Ну, я, в общем, 7 минут. Кстати, заказ получился хорошенький. 7 минут 277 рублей. Вот это, понимаю, экономский жир. Правда, приехал не в зону коэффициентов. И неизвестно, есть ли тут вообще заказы. А, видимо, есть. Причем сразу заказ в город. Ну, то есть, это все равно до города придется доехать. Ну, в принципе, я так бы поехал. А тут еще заказ прилетел. Поэтому едем. И дождутся, конечно. Так, какую-то окраину, видимо, гачно заехал. Ну, в общем, 11 минут и 172 рубля. Ну, капец, ребята, я мокрый. Я мокрый просто. Не знаю, будет видно, не видно. Не особо видно, но жесть. И опять гачи не пропали, коэффициенты. В общем, они то загораются, то пропадут, то загораются, то пропадут. И как бы такая вот работа идет. Опять непонятная фигня. Коэффициентов только что не было. Он приходит с коэффициентом. Как тут понимать, непонятно. Вот, говорит, слышишь? Здравствуйте. 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 Поехали к Свете. На такси. Я думала, ты где-то рядом нас ведешь. Ну, ничего страшного, на такси. Ну что, ребята, втроем, другой поселок. Через два железнодорожных переезда, но благо на них не встрял. И, в общем, за 10 минут мы получаем целых 160 рублей. Ну, 161, наверное, ладно уж. По мне так дно пробито, потому что если бы я встал бы на железнодорожных переездах и стал бы там ждать поезда в двух местах, я бы ехал бы намного еще дольше и уехал, естественно, я из Гатчины. То есть, получается, мне нужно будет возвращаться еще пустым. А еще пассажиры во мне увидели какого-то лакея. Ну, есть лакей, который, видимо, двери закрывает и открывает. А есть, которые окошки, видимо, закрывают за пассажирами. Окошки нужно закрыть, да, за ними, получается? Я понимаю, если бы у меня был электрический стеклоподъемник, но, блин, мне надо весла саму крутить. Бесит. Печальная история. О, классный заказ. Я, конечно, брать не буду, потому что я поеду обратно пустой. Нахрен мне надо. Нахрен мне надо. А вот это мой клиент. 2.16 ближняя подача. А то были всякие дальние. И, в принципе, мой нормальный заказ. Короче, накатаюсь у меня точно вдоволь этими каратульками, потому что еще одна каратулька, естественно, 5 минут. Кстати, нормально, за 5 минут 167 рублей. Коэффициенты все горят. Ну, кстати, время уже 5.24, скоро и минималки загорятся.
Причем, знаете, что прикол какой? Минималки посмотрел эти, они же, оказывается, без активности даже работают. То есть там до активности ноль можно их катать. То есть пока тебя не заблокируют, ты можешь катать минималки. Прикольно, да? Ну что вы все выезжаете там? Здравствуйте. Здравствуйте. Там поселок Торпиной, да? Здравствуйте. Да. Так, короче, оказался я уже реально в деревушке, но ему, в общем, 10 минут, ну, уже почти 11, пока разговаривал, и 357 рублей. В принципе, неплохо. Конечно, нужно будет отсюда выбраться, скорее всего, может быть, и без заказа, но хотя бы по сравнению с прошлыми ценниками, хоть ощутимо больше. Так, по пути. Одной рукой рулю, другой передачу включаю и заказ принимаю. Ну, в общем, 1.83 в Гатчине, поэтому я в Гатчину и еду. И, естественно, ловлю заказ. А, ну пока! Так, в общем, привез молодежь на какую-то тусу, но я оказался, в общем, за городом. И 13 минут, поселок Лайкскольцерна, не хочу это же выговаривать, и 507 рублей. То есть это получается мой самый жирный заказ сегодня. 507 рублей за 13 минут. Нормально, неплохо. Правда, еду пустой, обратно в город. Успеть принять и скорость переключить. В общем, какой-то заказ получил. Правда, еду опять не ту сторону. Ну ладно. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, а в этот раз я пригнал на футбольное поле. Ну реально, прикиньте, чувак приехал потренироваться. Ну я, в общем, 160 рублей за 7 минут поездки, естественно. И что-то меня беспокоит задняя правая дверь. Она что-то как-то со скрипом закрывает и открывается. Мазать, походу, надо. Капец. Лада Гранта. Мне теперь стыдно ездить, таксовать. А вот похер. Возьму, если не отменят. Петергоф. В Петергоф, ребята. Заодно проверим, работает ли там эконом на гранте. Если не работает, значит поеду домой. И если же работает, значит по Петергофу покатаемся. Гениальный план, да? Чтобы не работать. Потому что мне кажется, Петергоф не работает на гранте эконом. Но сейчас проверим. Здравствуйте. Все? Петергоф, да? Да. Ребята, когда один заказ сделал твой день, просто 51 минута, доехали до Петергофа и 1800 рублей. Это эконом на гранте, ребята. Эконом на гранте. Охренеть. И да, ребята, эконом работает в Петергофе, поэтому я могу его спокойно катать. Правда говоря, я уже домой хочу, но посмотрим, что получится сейчас покатать. Может быть, сразу домой и выдаст какой-нибудь заказик. Ай, ладно, давай, еще жирочек скатаю и поеду домой отдыхать, спать. Касты я накатал последние часы, как говорится, хорошую, поэтому можно уже отдохнуть. Благо, что аренда реально маленькая, а касса уже хорошая. Ну, по сравнению с арендой. И получается, уже реально что-то заработал. Здравствуйте. Ну, здравствуй, дружище. Измял? С тобой, если не против, на ты. Ага. Еще ехать целый час. Ну, почти, да. Да, так что будем друзьями, да? Хорошо. Правда, мне... Можно прямо, там все равно один выход. Вот. Заехать в магазин и вот попить хочется водички. Ага. Вы хотите водички? Я вам куплю водички. Да не, у меня есть, спасибо. Нет, вы, я понимаю, вы отказываетесь, ага. Я все равно куплю водички. Да сюда? Да, направо. Отлично вообще, красота. Обычно здесь велосипеды паркуют, но машины это тоже 5 баллов. Дружище, куда же сигареты? Не,
нету сигарет. А, подожди, есть сигареты. На, держи. Это местный супер алкоголик. Вот, ну очень хороший мужик. Я ему сейчас сигареты дам. Одну и все. Слушай, дружище, я по пути у тебя, если ты будешь не против, одну сигаретку, может быть, выкурю. Ну, если ты будешь не против. В машине только нельзя. А хорошо. Штрафу. Вот видишь, вот все. Все не вопрос. Просто кажется, все стоит. Закрыто вообще, не вопрос. Настаивать не буду. Так, ну я вообще в Питере, но и 55 минут. В общем, нормально, 1206 рублей. Но я все-таки хочу поставить этому пассажиру оценку. Как вы думаете, какую я хочу поставить оценку? Он мне водичку купил, он такой вежливый, хорошенький. А я ему хочу поставить кол. Вот это поворот! Кол. Вот где кол поставить? Кол хочу поставить. Оцените, это испачкан салон, это. Знаете почему? Вроде, да, хороший пассажир показался ли мне. И втихаря попивал тут у меня, бутылочку оставил и чай. Я-то думал, что он только чай пьет, я же не слежу за пассажирами, что они там распивают. Он же делал это по-тихому. Молодец, красавчик. Красавчик просто. По-тихому, как крыса, выпил и оставил. Респект. Так, ну все, господа, в общем, пригнал практически домой. Ну, с 41 этажа уже тусуюсь. Ну и давайте, в общем, подводить итоги, сколько же я заработал. А, я же хотел еще показать, как я вывожу денежки с своего парка. Ну, чтобы все в курсе были. Ну, вдруг кто захочет мой парк. Вдруг. Нажимаю я на кнопку «Баланс», нажимаю потом кнопку «Запросите деньги у парка» и сам себе запрашиваю. Ну, например, я хочу 4000 рублей, вывести сумму, окей, отправить запрос, окей, запрос сформирован, мне ж не выговорить. Ждем смс-ки от банка Сбербанка, ждем, опа-на, все, 4000 пришло, быстро. Быстро. Ладно, давайте теперь подводить итоги, сколько же я заработал за сегодня за 9 часов рабочих. Так, ну а заработал я сегодня целых 6 тысяч рублей. Это уже чистыми с вычета комиссии. Сейчас видите, здесь скриншот опять же с моего парка. Не рекламирую, просто прикрепляю. Вот, так что 6 тысяч уже с чистых вышло, а грязных где-то семерек там или чуть побольше, да? А 7385. Вот так вот выходит. Неплохо, неплохо. Ну и теперь давайте по расходам. Расход первый, естественно, бензин. Проехал сегодня уйму километров, практически 300 километров. Ну, пускай давайте круглим 300. И расход топлива составил мне 8 литров на сотню. Давайте прямо вам покажу, чтобы вы верили, что Гранта жрет очень мало. 8 литров всего лишь сожрала она, поэтому сейчас посчитаем, сколько вышло бензина. А бензина примерно ушло на 1150 рублей, ну примерно, 1150 рублей, так что вычитаем. Ну и также вычитаем аренду Гранта, это 990 рублей на первую неделю, как я уже ранее говорил, тоже вычитаем отсюда дзынь. Ну и по факту остается чуть меньше четверика, но практически 4000 рублей прям в карман. Я думаю, неплохо. На Гранте 4000 сделать. Да я вкоплюсь и так же делаю. И то за большее время. Я серьезно. Я вкоплюсь, я прошлой смены делал за большее время и такую же кассу. А тут на Гранте, блин, за меньшее время, за 9 часов, а не за 11-12. Сделал себе чистыми 4000 в карман. Ну, практически 4000. Но зато на Гранте, да. Ты не кайфуешь от работы, ты мучаешься, потому что механика, кондея нет, магнитола нет и так далее. Ладно, ребят, в общем, погнала домой спать, отдыхать. Завтра поработаю я в Яндекс.Доставке, также на Гранте с термокорбом у меня в багажнике валяется. И посмотрим, сколько доставки получится заработать за субботу. Будет ли больше или же меньше, чем в экономе, завтра все узнаем. Также постараюсь работать ровно в то же самое время, чтобы был честный результат и могли мы сравнить. Так что ожидайте еще ролик. Ну и вам желаю огромной удачи, намного больших, естественно, еще заработков. Ну и вам, в общем, всем пока.